Ровенского облсовета Александр Данильчук. Его обвинили в сотрудничестве с партией регионов и потребовали сложить мандат. Когда тот не согласился, активисты схватили его, вывели на улицу и затолкали в мусорный бак. Там он провел несколько минут, после чего ему позволили вылезти. Но при этом отобрали депутатский значок. Свою связь с партией регионов Данильчук отрицает. Ровенского облсовета Александр Данильчук. Его обвинили в сотрудничестве с партией регионов и потребовали сложить мандат. Когда тот не согласился, активисты схватили его, вывели на улицу и затолкали в мусорный бак. Там он провел несколько минут, после чего ему позволили вылезти. Но при этом отобрали депутатский значок. Свою связь с партией регионов Данильчук отрицает.